Всем привет. Так, чё я сегодня? Иногда такие дни бывают, что ничего делать неохота. Вот. Какой-нибудь фильм там смотреть или что-нибудь такое. Вот. Как её... Какое-то такое настроение, я не могу объяснить. Вещи так никто ничего не принёс. Может, из-за морозов? Ну да. Вполне возможно. Ну ладно. Бог с ним. Это вот я тогда сал сделала. Ну, у меня еще два куска осталось. Да, это так надолго хватает. Оно вот такое вот. Вот. Сейчас я хлебушку достану. Я покушаю его. Вот, а этот плов я вчера делала. Мы вчера на ночь есть не стали, конечно, уже поздно. Я его убрала. Ну, вот такое. Вот. Это мясо все. Чай с лимоном. Капуста-то еще тоже осталась. Зефир. Ну и вот эти вот, как еще тогда к Новому году покупали, к Старому Новому году. Они остались. Вот. А что сегодня буду готовить? Окорочок, он большущий. Лук, на 61 рубль вышел. Вот, лук, морковка. Блинцов опять напеку. Целую гору, если получится. Нам вчера очень понравились. Вот. И картофан. Целый пакет. Картофель с окорочком, лук, морковка. Блинцов напеку. Вот. А это вот тут хлебушек, он дорогой, но он 45 рублей, но он вкусный. Вот такой вот. Так, чисто на пробу мне сейчас на видео. Смотри, мы сейчас сделаем вот так. Раз и... Присаживайся. Так, я что ли буду все пробовать? Хюррем Султан теперь не найти все серии. У нас что-то в стране запретили. Да, я искала. В смысле запретили? Вот так в вашей стране запретили. А, ну это сам издатель видео запретил, да, для России. Я не могу нигде найти все серии, как вот раньше. Первый сезон всех подряд, как они... Интернет. Вот. Но у тебя... Чё, ладно, интернет? Не планшет, а... При чем здесь планшет? Планшет не... тут ни при чем. Он Яндекс не поддерживает. Да вот оно у тебя перед глазами. Я слеп, что ли, объедение. В общем, не могу найти нигде. Не знаю, может, я где-то не там ищу, или что такое. Я вбиваю все серии. Выходит один и тот же. Этот, кто выкладывал все эти серии. Вот вторая серия можно посмотреть. Все остальные... И это... Заблокированы в вашей стране. Сам издатель, тот, кто выкладывал видео, заблокировал. Я могу тебе скачать VPN, поставить тебе американский регион, и ты сможешь его смотреть. Ты что, серьезно? Сделай. Помоги мне, я хочу смотреть его. А то я смотрю отрывки. Это, как ее. Какие-то там разноброты, а мне так неинтересно. Это, то... Какие-то там 10 минут, то 30 минут, то одно, то другое. И так неинтересно смотреть. Уж если смотреть так постепенно, ну, так, чтобы серия за серией. А не так, чтобы... Зефир вот такой вот. Это желтый, вот такой вот желтый. Абрикосовый. А это белый. Вкуснятина. Очень даже вкуснятина, даже слов нету. Подсолилось все. А в общем, вот эту, как ее соль, которая была, я не стал выкидывать, Эмиль. Ее можно в картошку. Ее можно по чуть-чуть добавлять в что угодно. Она с сала, вот, тут с чесночком все. Вот, ее можно как приправу даже, она ничем не пропадет, ее можно добавлять в картофель. Ну, как пловчик. Все вкусненько, да? Очень. Мне сало очень понравилось. Сало понравилось, да? Ну, я тебе сейчас нарежу. Хочешь, я на паузу поставлю, быстро тебе нарежу. Да ладно. Вкусненько, да?
Ну, сало я сейчас тебе нарежу. Mm-hmm. А что капусту вообще никто не ест? Я не знаю, как это... Чаёк с лимончиком. Хоть ты и не любишь с лимончиком, но я сделал. Я в такой холод люблю. А, в холод любишь с лимончиком? Mm-hmm. Mm. Горячий. Нет. Это как её... С зефирчиком. Зефирчик с печеньками. Ты что, скачиваешь что-то, да? Нет. А что? Я попозже. Ты что сейчас всё сделаю? А через сколько это можно сделать? Мне надо VPN подходящий для своего андроида подойти. А хоть это возможно, или это я всё сделаю? Да, сделаю. Я не знаю точно, сработает или нет, но это... Типа я через браузер себе. Я типа... Есть сайты для модели, там типа... Есть модель, которую нельзя скачать с России. Я запуск... почему-то отсечку-то и засету почти не видно. Я попробую сделать, короче, так. Mm. Mm. Ну ладно. Mm. Сейчас я на паузу поставлю и сало нарежу. Какая так. Скорость. Чё? Какая скорость заднего хода. Mm. Я Дашеньке все живешь свои проглотили. Даже Эмиля сериал нравится, я не ожидала. Нет, ну и не из-за этих сцен, то что когда там сюмбюры что-нибудь там, вот такие какие-нибудь сцены. Mm. Эти крысинские эти войны, мне эти не нравится смотреть. Mm. А тебе нравится сама музыка? Сюмбюль тебе просто нравится, что ли? Своим... Нет, вот эти сцены. Приколами? Да, приколы какие-нибудь сцены. Музыка или что-то такое, да? Ну, да. Просто я помню, ты говорил, что тебе нравится этот сериал, я сама не ожидала, если честно. Приятного аппетита, девушки. Сало прекрасное. Ешьте, там еще много. Прям мясо, вкусное прям. Пальчик оближешь. Я хюрем обожаю. Я люблю хюрем. Своя желчка золотим. Не, я люблю этот сериал, вообще хочу его смотреть. Я его часто точно смотрю. Раз в год это точно. А иногда вообще. Еще мне нравится сериал «Клон», я его смотрела. Потом даже просто «Марию» тот раз как-то смотрела. Все, не буду орать, прости. Клон вкусный. Все хорошо посолено по вкусу. Ну, сегодня еще вот блинцов на печке. Я люблю такие тоненькие блинчики. Они прям такие... Они такие... Как же объяснить? Тоненькие. И такие прям... Не сухие, они прям... Откусываешь, они прям тают во рту. Такие блинчики прям... Они прям... Нежные такие прям. Я такие очень люблю. Вчера все смели, прям вкусные, особенно с рисом были. Вкусные были блинчики. Красить волосы пока не стала, у меня пока и краски нету. Я не знаю сейчас, сколько, кстати, стоит краска. Рублей 200 либо, да? Стоит краска. Пока и денег нету, и... Ну, если что, может быть, покрашу, может быть, и передумаю. Я не знаю, может, покрашу все-таки. Попробуй. Пока он сделал вот этот хвост. Покажите вам как место в спальне. Сало очень вкусное, да? Mm-hmm. Если не наешься, я еще нарежу сало. С хлебушком. Нет, я все наел. А чайку попить не надо. Наешь? Нет, я за компом уже. Я думал, ты отведешь зефирчик. Ты что, за Сибилем все угораешь, да? Ай, его походкой, да? Назад, ступай, назад. И с Шакирогой он все постоянно бредит. Не задерживай меня,
Плешивый там его зовет по всякому. Так. Ну как? Как здесь Хирка? Это какой? Это персиковый, да? Ну-ка нажми эту, как ее сделать эту. Почему-то она как мутно снимает. Ты за 3000, чё хочешь? Ну ладно, я орел. Ты как это? Снимай на пару здесь как мутно. Я ничего такого, я имею в виду, иногда бывает такое, что как свет. А иногда у тебя видеоядро даже видео обработать не может. Как это так? Ну чё, кубик появляется черный и все. Понятненько. Рекламу мне уже задолбал. Вкусно? Ну ладно, ты бери с собой. Ты поешь побольше, как ее. Печеньку возьми хоть. Объелся, что ли? Чё? Ну возьми что-нибудь еще-то. Возьми хоть печеньку. Тебя задушить? Ладно, не надо меня душить, как пусть будет. Ладно. Всем пока. Тоже буду сейчас кушать. Да буду кушать, убирать, опять мыть посуду, опять готовить кушать. Ой, как иногда устаешь от однообразия, куда деваться? Иногда хочется, блин, целый день что-нибудь другое делать. Куда-нибудь идти, гулять там, я не знаю. Куда ты уж пойдешь гулять в такой мороз-то? Выключай, выключай, все. Ладно, всем пока.